Чернодаров, 8-й Макс Жестарев, 11-й Дмитрий Томяло, капитан команды, 18-й Никита Волченко, 20-й Владислав Пунинский, 21-й Глеб Железников, 55-й Сергей Мельник. Состав гостей: команда АБФФ Ю-17, Никита Матысюк, капитан команды, голкипер номер 1, Станислав Казмирчук номер 2, Максим Аутко номер 3. Пунинский на левом фланге, Владислав принимает передачу. Мягкий заброс в район сегмента штрафной площади. Томяло подхватывает мяч. Ох, как красиво Дмитрий разбирается с соперником. Удар по воротам мощнейший. Пролетает мяч буквально в считанных сантиметрах. Вот вправо. В итоге перехват. И опять Арсений Стануль с мячом. Смещается в центр. Показалось, что можно пробивать. Но нет. Комаровский уже в штрафной. И попытка ближний угол проверить Романа Кравченко. Мячик угол. Чернодаров. Навес, штрафной удар головой, Иван Верас, 1-0, Орша выходит вперед. 28-я минута матча, классная подача Алексея Чернодарова и не менее шикарный удар головой Ивана Вераса, ну практически в правую девятку. Поздравляем болельщиков Орши, ликуют зрители на трибунах. Ну и это, конечно, серьезный задел, уйти как минимум на перерыв. Неожиданный гол, и я даже боюсь предположить, кто же первым отличится. Но во втором тайме атака БФФ уже на правом фланге. Мяч прострел в центр, и мяч не попадает. Во! Здесь Дмитрий Томяло пытается в нее вклиниться. Лучит свисток, смотрим, кто будет бить. Мельник разбегается, удар низом. Мяч в стенку попадает. Добивание, и удар сыграет. Еще один удар, и еще один гол. 2-0, Орша увеличивает отрыв в счете. И это 77-й номер, Антон Шепелев. Человек, у которого сегодня день рождения. По-моему, именно этот футболист отличился. И ликуют мои болельщики. Поздравляю маржанцев со вторым золотым воротом. Но, наверное, по делу. Все-таки АБФФ на исходе уже 62-й минуты. Чернодаров. Наброс. Штрафной удар по воротам. Мяч в сетку попадает, но с внешней стороны. Вброс в штрафную, мяч из-за боковой. И здесь можно попытаться пробить удар поворотом, но прямо в Романа Кравченко мяч прилетает. Вот был реальный шанс. Классная комбинация. Даже по самой передаче направо Томяло уже в штрафной площади. Можно пробивать удар в ближний угол. И совсем чуть-чуть мяч прилетает мимо правой.